саженцы жасмина садового сноубеля обладают стойким приятным ароматом. Они не требуют особого ухода в разведении. Сноубель растет в виде кустарника с раскидистой цветочной кроной. Крона состоит из мелких пахучих цветков белого цвета. Время цветения приходится на конец весны и начало лета. Запах в это время стоит потрясающий. Во время цветения кустарник нужно подкармливать минеральными удобрениями. Данный сорт выращивают в солнечном месте. В тени растения плохо приживается, его листья вытягиваются. Это также сказывается на ухудшении цветения. Жасмин выращивают как самостоятельное растение. Можно использовать в композиции с подобными кустарниками. Жасмин садовый сноубель – это многолетнее растение. Жасмин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола жасмин садовый сноубель можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает жасмин садовый сноубель в месяц июнь. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме овальный. Обратите внимание, что жасмин садовый сноубель – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.